нашлась пропажа спустя полтора года. Новогодняя сказка. Друзья, вчера директ просто взорвался по поводу Камри. Ну, вкратце расскажу ситуацию. Сдал в прошлом году летом в аренду ее. И вот вчера она мне только вернулась. Конечно, человек, который взял ее и не вернул, уже сидит за все эти дела. А вчера люди просто решили продать гараж, которым не пользовались уже несколько лет. Пришли, а там левые замки, спилили замки, открывают, а там Камри. Ну и там уже полиция, все дела.